Так, девчули мои милые, в общем, мы приехали в Бишкек парк. Хочу вам немного показать. В городе Бишкеке есть Бишкек парк. Вот такая красота, девчули, вообще так красиво, очень-очень. Посмотрите, какая елка красивая. Правда красиво? Супер вообще, красиво, очень красиво. Детские, вот, пожалуйста, машиночки здесь. Там магазины какие-то. Вот. Здесь красиво, да? Вообще, мне здесь нравится, смотрю. Люблю такие кафешки, где можно тихо, скромно посидеть. Ну как скромно, что-то там есть. Какой здесь самый вкусный, интересный. Вот снимем такие красивые вещи. Костюм, наверное, турецкий, что-то на турецкое похоже. Ну вот этот костюм красивый. Вот этот костюм красивый, смотри. Да? Нет. Ах, какая елочка, смотрите, белая, красивая. Смотрите, какой костюм. Мне понравился очень. Симпатичный такой. Теплый. Ну, молодцы. Красиво сделали. Магазин тоже красивый. Ну, это наша парфюмерия. Слабость каждой женщины, каждой девушки, которая любит себя. О, что-то здесь даже вот такое. Так. Арома какой-то. Ну, вот так вот, смотрите, красиво, правда? Девушка что-то хочет купить, видимо. Что-то понравилось. Вот и наша манго любимая. Ну, я люблю этот магазин. Мангу мне нравится больше, чем Зара, например. Ну, что-то там можно найти. Ну, правда, долго надо искать, но найти можно. Катон. Тоже такой средний магазин, неплохой. На каждый день тоже можно что-то приобрести. На повседневку, да, как говорится. Вот и наш Билайн. Батя, вон
Ну вот отсюда смотрите. Елочка наша. Красиво сделали, постарались. Очень. Мороженое. Теремочек там. Смотрите, как красиво, правда? Что это у нас там внизу? Тоже телефон. Вот. Паровозик. Бамбино. Продают мороженое. Паровозик симпатичный, правда, девчонки? Мальчишечки. Красиво, правда? Красиво.